ближайшие сутки в Молдове прогнозируют переменную облачность. В Бричанах, Сороках и Бельцах термометры покажут плюс 5. В Аргееве на градусы выше. В Тирасполе 7, в Львово 8. В Камрате и Кагуле ожидается до 9. В столице днем прогнозируют 7 градусов, ночью 3. В ближайшее время немного похолодает. Дневной максимум 14 градусов. Ночью температура воздуха от минус 1 до 4 со знаком плюс. И о погоде в Европе. В Мадриде плюс 17. В Париже термометры покажут 11 градусов. В Лондоне на градус выше. В Берлине 9. В Риме воздух прогреется до 18. В Вене 7 градусов. В Праге 5. Прогнозируют осадки. В Варшаве плюс 8. В Будапеште обещают 11. В Белграде на градус выше и также переменная облачность. В Бухаресте 13 градусов, пройдут дожди. В Афинах 18, солнечно. В Киеве плюс 5 и мокрый снег. В Москве 2 выше нуля, пасмурно. В Анкаре плюс 13.